Рисую, играю с машин, с трейлером, гружу Hot Wheels и вожу на заправку, в мастерскую. У меня в школе друзья. Мы с Евой никогда не деремся, дружно играем. Захарке 10 лет на данный момент. Все началось где-то в декабре, наверное, 2016 еще года. Ну, это были такие симптомы, ну, скорее всего, простудного заболевания. Вот, кашель, какой-то озноб, температура. Ну, конечно, лечили как могли, все это никакого не приносило результата. Врачи думали, что это туберкулез, потому что, ну, приняли это за, в общем, палочку Коха. Когда мы пошли в тубдиспансер, то есть там сделали все необходимые анализы, кровь, пробы МАНТУ, результат оказался отрицательным. Ну и тогда нас отправили с подозрением в детское гематологическое отделение. Там нам провели биопсию, получается, опять же, вот этих паховых узлов. Ну и там в течение нескольких дней был поставлен диагноз лимфома Ходжкина. Смешанноклеточный тип, стадия была уже 3B, то есть там уже были задействованы все лимфатические узлы, а вот эти вот очаги в легких, это оказались уже метастазы, поэтому не проходил кашель. Ну и температура, соответственно, это как симптом основного его заболевания было. Сейчас из 6, которые нам назначили, мы прошли уже 4 курса, то есть нам предстоит 1 или 2 курса. И то есть по достижению полной ремиссии мы должны делать аутотрансплантацию костного мозга. Вот, врачи наши рекомендуют нам именно вот эту клинику в Индии. Вот, конечно, это немало. Сама аутотрансплантация стоит 25 тысяч. Плюс химиотерапия, плюс обследование, ну и того подобного. В общем, инвойс нам прислали, нам около 50 тысяч долларов. Но за это время мы, конечно, собрали своими силами около 20. Поэтому вот 30 тысяч мы объявили такой сбор добрым людям. Кто может, тот поможет.